Так, все. И поставлю сейчас еще одну вещь. Стоп, профессор, стоп. Паркер.
смотри, 3 секунды. Больше не надо. У нас в основном стойки, да, а у вас как бы. Да. Руку оставляешь. Вот ты завалился. Видишь, оставил руки. А это в зале или нет? Могу дать. Он. Все, вставай. Все, что держать? Ты ж видишь, он идти ему очень тяжело. Сейчас мы на них поставим еще. Посмотрим, кто тут здесь. И подклад. Стоп. Кто сейчас зацеп делал? Я. Сейчас я тебе покажу. Сейчас. Нет, плохо. Надо будет. Ладно, пока я включу. Вам девочек? Нет. Иди сюда. Если ты хочешь делать зацеп, он разворачивается и сразу тебя кидает. Это нельзя делать. Ты должен ему показать, как он через плечо. Вот сюда. Защита знаешь какая от этого? Андрюха, знаешь какая защита? Ты делай то же самое. То есть ты поворачиваешься. Оп, видишь? Тогда. Оп. И тогда ты можешь ставить ногу и делать бросок. Раз. Два. Если ты отсюда хочешь показать вперед, если нога чуть-чуть впереди стоит, то нужно сюда, вот сюда идти. Отсюда, вот. Видишь, какое движение? Ага. А ты стоишь и далеко цепляешь, он сразу тебя бросит. Сейчас там поставлю. А, телефон. Миша, ты живой? Да. Не слышу. Да. Еще громче. Да. Молодец. Так, почему она не хочет, блин? Это высоко. Это далеко. Да, да. Поклоняешься, руки прямые, руки с огнем. Это что за... Миша, устанешь, скажешь. Хорошо, Миша? Да. До конца. Стоп, стоп! Посмотри на меня. Ты берешь захват, делаешь бросок. Потом кусаешь руку. Он руку не вставляет и не падает. Посмотри, ты делаешь бросок, раз, и выйду. Он обязательно руку поставить. Так? И ты не бросишь. А теперь? Да, ручку. Значит, вот когда ты стоишь, посмотри, движение. Вот. Видишь? Ты себе руку держишь и приседаешь. Так, вы что тут разговариваете? Ты офигеешь. А там масса игрока? Еще там пару и еще человек 6 взрослых уже нет. Уже они работают, это. То выходит, то не приходит. Еще есть Игорь. Владбург уже. Чеза. Все работают. И как бы и по шее дать хочется, и в то же время.
Так. Где-то кушанье. Молодец, до конца. Вот опять то же самое. Руку к себе. Японочка.
Внутри. Миша, иди сюда, что ты там сидишь, зевайся. А, ты, ну да, подскажи. А? Эй, Миша! Под дзюдо, у нас же дзюдо. Все, Денис уже умер. Помоги мне еще. Нет, никого. То есть...
Ага. Ну, заводов у нас мало. Ну, вы там есть, так и там, да? Завод внутри, завод? То есть у тебя любой завод? Да, любой, то есть там кроме вина. О, это плохо. Ну да, я могу там... Вот, хорошо, Денис, умница. Ну, ты посмотрел уже, где нужен выключить? Ну, Миша, Бога, Мате, уйдите в сторону, пожалуйста. Даже на конкретную, где-то надо... Ага. Ты рапочка? Нет. Булочки, да? Да, знаешь, там, очень много. Нету работы, я не знаю. Нужны, да? Да, да. Не работать, но надо сказать. Да. А тут какие-то кабинет старты, которые там, которые все. И все? Да. А сколько ты сделала? И чего? Если сложить в общем, скажи, помолвай. В общем, скажи. А ты возьми, посчитай. Должно быть 500, чищ, суки, ой. Смотри, уну, дой, три, пас, чищ, шапка, и все вместе, это чищ, чищ, суки, ой. Что? Да? Сделал? Нет, в следующий раз, да? Хорошо, все, на сегодня все. Опа, раздеваются. Кто меня раздевал? Я в шоке. Кто меня раздевал? Хорошо, что тебе брюки не развязал. Это красавец. А ты ему вот так, да. Так я его тоже раздевал. Да? Да, конечно, можно. Ты возьми, знаешь как, пойди курточку, сними курточку, и зайдешь здесь. Все, а там на стул полила. Ты можешь прекрасно еще раздеть. Ну что, Марк, сколько? Смог 700 сделать? Да. Давай сделай 700. Смотри, я тебя прошу. Они сделают 701, 702. А ты сделай здесь. Или да, я хочу здесь плюс сделать еще что-то. О, иди сделай. Здесь? Вот там где-то, там. Сделай. И не говори, что ты делал. Они скажут, я 506. Да, да. Делай, Марк. Так, иди сюда, Николай. Я? Да. Макс, иди сюда. Ко мне. Руслана? А? Да. Руслана, дай Юрию Сану. И можешь идти домой, Руслана. Стоп, вот здесь. Он с телефоном. Не, я поставила телефон. Иди сюда, Руслана. Сели на колени. Сделала? Да. Считала сколько раз? А ты считать умеешь? Научили. В следующий раз, вот когда будешь делать, нужно будет считать. То есть количество раз. Мне тогда легче будет меньше давать боли. Хорошо? Ну-ка. Все, вот. Что еще тебе надо делать? Штукалку. А зачем, да? Да? Вот. Все. Все, до свидания. Сколько раз? 701. Еще раз. 701. А ты? Это я. 600. 500. Макс, сколько сделал? 703. Идите салаги домой. Ушел. Все, дохлы, идите. Вот посмотри, Макс, 700 сделал сколько? А ты один. Он говорит 730. 730. Где еще? Где? Сиди, где сейчас? Сейчас. Будет заработать. Видишь, садись. Значит так, учится он в политехническом. Да, значит, учится нет, учится там, где вовсе делают. Качественно.
И пиво гонят. Технолог. Будет работать инженер технолог. Это значит производство. Вот. Но с вином мы не связан. Это фигово для нас, да? Проверять работу. Нашу? Не, нашу не надо. Мы-то. Ага. Вот эта работа хорошая, где проверяем. Да, Юрий Федорович? А ты, когда молод, ты же молодой, а ты таксу уже готов. Повесился в Фейсбуке. Скажи, скоро буду работать уже на производстве. Кто-то с тобой работает еще? Нет. И с кем ты играешь? Да, из класса. Ну да, из класса. Это все по-разному. А ну напомни, с кем ты учился, я тут. Денис, смотри, Денис, перейдите, пожалуйста, к вам. Из моего класса, там был только один. Хорошо. Девчонки, вы запомнили, когда самый главный праздник у меня? Ждем. Так, ну правда нам придется раньше пойти на праздник, да? Вам. Хорошо. Иди нормально. Иди, оставь, помоют. Иди нормально. То есть, в принципе, сейчас... От чего? Чтобы развивать. Там девочка. Там девочка пошла. Девчонки, там этот... Ро-ро, как мать. Петя. А вы? Я забываю. Как ее найдут? Грязно. Не Мирабелла, не Мирабика, как так. Не Ростислава, а что-то будет. Старые советские имена, я помню. А ну, это церковное имя. Миша, Коля, Саша, что? Суфи. Это... Куна. Я не знаю, там какой-то... Сидели. Все, счастливо, до свидания. А я делаю. Куфы, а то шуги. Нет, они что-то повдурили, вдруг они куфы. Тот раз ушел, блин, а он сидит и думает. А может я, а может я. Значит, думаю. Потом тот раз, слушай, кто шуги? А я, говорит, не знаю. Но я знаю, что после этого уже никто не дерет. Будешь качаться? Окей! Значит, качаться. Берете штангу, приходите сюда и бегаете вместе. Пошли вокруг ковра. Этот, Влад, ты же не вспотел даже. Я? Да. Ну ты хоть полтора броска ему сделал? Свои мертвые не потеют. Есть камера. Представляете, Влад купил на день рождения своему другу книгу. Андрюха. Вот раньше самый вот для меня был лучший подарок – это книга. Мне мама говорила, сынок, что тебе купить? Я говорю, мама, купи мне какую-нибудь книгу. Она говорит, иди сам, выбери. Я шел в магазин ее, она мне давала деньги, я ее украл, у меня и деньги, и книга. Пошли. Коля, тебя обыграли, ты 701, а 730, мам. Правильно! Умница! Он умный дзюдоист! Хорошо, построились! Мальчики, построились здесь! Сейчас. Эй! Даник не напрягился, да?
Кто хочет здание, короче, купить? Да, я говорю, мышца болит. Болит мышца? Что? Вчера перекричался. И мышца болит мышца? Немного. А, немного. Значит так, пацаны, еще раз. Посмотрите. Смотрите еще раз свой вес, да? И посмотрите, у кого немножко лишний, делайте так. Утром живите сколько хотите. В обед половину чего уже. И кишевишь. А вечер да. Старайтесь. И... То есть летом. За день да? Все это уходит, а это уходит тоже. Ну, тебе все нравится, да? Да, 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 а, нет, и в кофе, ну, знакомые есть, в обед вообще ничего не зависит. Это жизнь каждого себя. А вечером холодильник не закрывают. Жена не ладно. Значит, надо идти прямо, второй план. Рачку, какой кимоно. В рай, да. Кто хочет, может покачать. Надо поставить. Качать, да, шумать. Для склон. Накачать, да. Мало ли. Только смотрите, что ты простыли. Да, и ты качаться. Боже, треска, нельзя мне. Треска? Чьи, поспи, поплыли. Кто мышц накачается, ты трещит просто. Слишком накачанно было. Да, да, открывай дверь, только не полностью. Вот так, все. Все, вешайтесь, пока мы собираемся. Юрий Александрович, ты там посмотришь, да, за ними? Где? Или не на... А ты куда-то хотел жить?